Всем привет! Вы на канале Штрубиок. И сегодня у нас новая рубрика. Она называется «Уроки рисования». Сегодня мы будем рисовать вот эту девочку. Давайте начнем. Так, давайте приступим. Так, для начала нам нужен силуэт. Рисуем голову. Вот так. Теперь нам нужен переход. Сейчас мы рисуем шею, потому что она потом идет. Так, чуть-чуть неровно получилось. Ну, короче, потом дорисуем. Так, теперь рисуем туловище. Мы сейчас рисуем форму платья, потому что девочка у нас не голая, а в платье. Вот так. Ну, а теперь будем рисовать ножки. Вот, ножки у нас немного такие расставленные, потому мы рисуем вот такую толстую полосочку. Подтираем. Так, вот, наверное, сделаем покороче платье и поменьше голову, чтобы у нас все влезало на листик, а то как-то я сильно разогналась. Так, да, повыше плечи, вот. Ну и, соответственно, теперь дорисовываем ножки. Вот здесь у нас теперь пониже будут окончания. Вот. Рисуем пока вот такой вот кружочек. Так. Вот это более-менее ровно нарисуем. Вот наш силуэт. Готовый. Так, рисуем волосы. Они у нас долгие, такие объемные. Честно, мне кажется, мне даже больше места занимает на рисунке, чем сама девочка. Ну да ладно. Так, у нее вот так вот волосы. Пожаться. Чуть потерем. Я все-таки, я думаю, меньше объема сделать, потому что она же у нас не такая, как лев. Сейчас потираем. Более-менее реалистично нужно сделать. Ну, вот так, более-менее. Так, теперь давайте рисовать... да, шею, наверное, да? Да, шею нарисуем. Вот, мы идем снизу вверх. Потому что если мы будем идти снизу или по частям туда-сюда, то это будет не по правилам и всегда будет какая-то размерня, короче. Так, у нее вот рукав. Одна рука у нее прямая. Ладошка. Там не видно ее. А другая согнута. Так что мы рисуем вот так вот. И вот. Так, потолще немного. Вот, и рукав заканчивается. Только, наверное, рукав не такой широкий. Да. Вот так лучше. Да. Теперь... рисуем само платье, у нас вот такой вот вырез тут. Вот, пониже. Вот. Вот так. Так, далее платье немного подправляем. И рисуем ноги. Вот, ноги у нас не слепленные, здесь есть вырез. Так, наводим ножки. Рисуем эти носочки высокие, у него такие гольфики. Еще она немного так косо стоит на этой картинке. Эту ногу немного постройнее нужно сделать. Так. Рисуем каблучки. Она у нас на каблучках стоит. Так. Вырезы тут нужно нарисовать.
У нее же не сапоги все-таки. Так, и личико рисуем. Все, носик Коля аккуратненький. Ротик такой маленький. Ну и сами глазки. Еще потом отдельно черной ручкой я наведу брови. Так, ну и немного волосы подводим. Так, ну в принципе карандашом закончено. Теперь берем черную гелевую ручку и я это все навожу. Так, начнем с волос. Не знаю почему, ну короче, начнем. Так. У меня так волосы лежат. Тоже на видео. Так. Теперь сам силуэт. Руки сейчас выделим. Потому что если вот картинка, я всегда навожу, потому что вот если картинка черно-белая или там какая-то деталь белая, и она, ну, фон я не всегда рисую, как в принципе и сейчас, то чтобы эту картинку было видно, а не она просто сливалась. Поэтому я почти всегда это обвожу. Так. Платьице доводим. Ну и наши ножки. Такие они худенькие, как раз. Такой проделок делаем. Каблучки рисуем. Так. Вырез. И здесь. Черные у нее ботиночки. Так. Ну, дальше лицо, носик, ротик. Глазки. Мне кажется, нужно на каждом рисунке их именно черной гелевой ручкой, потому что фломастером или карандашом не так они выделяются. Вот я и обещала брови. Так, это немного потрясаем, потому что это какая-то большая. Так, глазки. Ну и мы, в принципе, навели нашу девочку. Теперь берем ластик от карандаша. Я беру всегда. Не знаю, мне так удобнее. Ну и это все убираем, простой карандаш. Вот так. В принципе, сам рисунок уже готов. Так, подтираем еще немного. Ну, чуть-чуть не получились этой каблучки. Ну ладно. Но мне кажется, чего-то здесь не хватает. Давайте добавим цвета.